босса подведут. Когда босса подвели, поставили, милики забежали, начали дамажить. Кинули на вас Новельда, подбежали под жопу, его закривали, убили. Прицельно правильно, кривали босса. Вот. Слушай, выбегаем, в упор друг другу не стоим. Вышла кислотная с огненной червя. Мэтт Нерри держит огненную, отводит. ОРДК держит кислотную, стоит. Нажимаем Геру, заливаем кислотную. Никто не бегает размораживаться, просто дамажим. Убили. Я скажу на брызгах разбегаться, когда там, может быть, немножко не в тайминг, но зато не умрем. Все, убили червей, вышел рев, встали к щиту орды. Хилы там посматривайте, чтобы в упор друг другу не стояли. И все. Я тут. Ну так, мы тебя засуманили уже несколько раз. Рыбу ставлю, кушайте рыбу. Пейте фласочки, кто не выпил, мажьте грудак. У меня осталась фласка с предыдущего рейда на сапрот. ПКшная. Я могу не перепивать? Хила-то нормально. Чё. Хорошо. Хилам сапроты пить вообще нормально. Батя чуть геймпад не проебал. Посмотрите, баф свой, все у вас есть. Ладуха, жбух, выпейте настойку. Я выпил настойку, я кушаю сижу. Странно, что показала Валера. Выпили они, да? Да. А дом просто не включен. И не могу посмотреть. Да, барабанов нету, лапу баф. А, вот, вижу лапу. Сова есть. Сейчас есть сова. Сова, сова, дай лапу. Ей была лапа. Встаньте в ранж, ну отойдите, и милики тоже отойдите в РДД зону, ждите. Ничего, вы не потеряете там ДПС за 5 секунд, охренеть сколько. Зато уже гарантированно не закинется в милизону, пока вы к ней бежите к боссу. Бразилец что-то задумал, смотрите. Хорошо, я вижу. Рыба, опасная овца. ОРДК, я тебе считаю мейн как ДДшник, поэтому на ДДшника можешь не писать. А вот если ты на танка ролишь, тогда пиши. Ты чаще ДДшник. Ждем, милики стоим. Милики ждем. Коба побежал, блядь. Побежали? Я автоатакой просто херачу и все. А тут дело не в том, чем ты бьешь. Дело в том, где ты находишься. Абсолютно не просто точно. Так, я говорю, не подбегать. Сноуболь сейчас полетит. Завели сноуболь, да? Под босса. Вот на тебя. Залили сноуболь. Активник сноуболь. Пошел ДПС по сноуболю. Все, поехали, босс. Новый уже, по-моему, упал сноуболь. Не вижу ни на кого. Из огня выбежали. Готовьте, сейчас полетит. А, в мили-зоне заливаем сноуболь. Снобаль сейчас полетит. Под босса снобаль заводим. Сыграли снобаль. Под жопу ему подноси. Под жопу. Ага, отлично. Врело это из огня. Ага. Все, поехали, босс. Добиваем. Снобаль сейчас еще один будет. В мили-зоне бьем. Снобаль. Червей еще раз говорю, ОРДК кислотную держит, Мэтт Нерри огненную. Мэтт Нерри на нас не разворачивай, чтобы она не заблевала. И лужи смотри. ОРДК Боб дал, снял с тебя эту стаки. Используй себя. Ну, забирай.
Поехали, слот. Ага, левый, ага, все. Максимум ДПС. Сука, лужа, Мэтнери, вроде бы тихо. Сейчас до тебя дойдет. Стенку разворачивай, чтобы она не заблевала нас. Сейчас, блядь, ну что ты вот мешаешь? Войд, готовься, надо будет нажать. Нажми хирург. Сейчас будет блевать. Те, кто замерз, стоим. Смотри, в мелизоне. Один человек, два в РДД, тебе нужно будет пробежаться. Так, а что у нас? Хипристан. Ага, все понял. Сюда, сюда, еще ШП. Все нормально. Добиваем кислотную, отворачиваю, отрывай кислотную, отворачиваю, она сейчас блюет и лужу ее срет. Да что с ней нахуй? Лужа сейчас появится, отведи, 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 отведи. Разверни ее, ага, все в спину. Все добили, молодцы. Огонь не вижу, блядь, не показывай, вообще нет. Она же сейчас стоячая. А, вот сейчас брызги. Отошли друг от друга, отошли. Блять. Сука. Ком брызги, не подходите никому. Отойдите куда-нибудь к краю арены. Убиваем вас. Сейчас босс водится и с лужами, потом передвигаю его, не забывай. Лужа как раз появился. Отводи, отводи, отводи. Никто перед лицом не встает. У босса шипов не забывал. Рано, 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 еще нет. Осторожно, перед лицом не встает. Ну, стойте на максимальном ранжере босса, чтобы вы сразу не наступили в лужу. Все, встали по 4, да? Не сливайте прожим. Мэтнери, отойди в сторону, ага, спасибо. РДК заберет. Хилы не держитесь в упор. Там тут Коба есть, он собьет. Да? Дай бог Гента или тролля. Ну, блять, конечно. Бежать. Ну, куда вот вы встаете, что за вами придется сейчас бежать, все время тратить. Псину не законтролил, псина ударилась. Беги вправо. Сколько объяснять владельцам пэтов, что нужно вам всегда бежать вправо. Всегда. Пэт двигается с правой стороны от своего хозяина. Если вы будете двигаться вправо, и пэт быстрее побежит. Не влево. ЧТРД, распределитесь, чтобы опять такой хуйни не было, что мы всрали. Шум очень далеко. Ебать, отлетели. Бабая на тебя, бабая. Ну, вы чё, вы глупый, я не понимаю? Да, походу, глупый. Понимаете, что он отлетает в ту сторону, где стоят люди. Из-за этого он сразу в них ударяется. В итоге он убил двоих. Можно не верить. Босс не такой, чтобы сложный. Под щиты орды под... Опять вы продолжаете Фент, стоять тролль, на красной хуйне. Я сейчас ничего буду делать. Это же сложно. Потому что они не знают, где щиты орды, блядь. Где босс стоит, это щиты орды, блядь. Так а нахуй они там стоят, блядь? Не знаю. Ну что, ребята, блядь? Только на тебя бежит. Пиздец. Пиздец, блядь. Только пришел, прибежал туда. Бля, это вообще пиздец такая. На русский день. Похуй, нажимаю, короче, кнопки. В жопе стоите, достаю. Да, я видел.
Ганнибал на тебя бежит. Я думал, в труп волка сейчас врежется нахуй. Бабая на тебя бежит. Ой, рот ебал нахуй. Тварь ебаная нахуй. Порвальте сферу. Ладуха, бабая, киньте еще раз ролл. Сова, кинь еще раз ролл. Сука, подряд один, ну ебаный рот, ничего со мной такое. Это нормально. Не, ну суммарно 100. У бабаи. Ну, у тебя ладуха, не вижу. Я тут. Ну, он-то тебя по пати ищет. А тут вторая пать. Рольте трофея, кому он нужен? На основной спек. А не так, что... А это для чего? Что за хрень, для чего нужен? Ты 9, 245 левела. Все пароли? Рольте кому нужен? А Ханту нужен? А ну, счет не нужен, надо. 4. Ханту либо чест, либо штаны. Тканевый пояс парольте. С духом, скоростью. Никому больше не нужен. Ну да, каску не дали, МП5 не дали, но самое главное, что дали кулак. Не благодари. Хоть ты обо мне не забываешь. Хорошо, а тебе пояс нужен? Вот этот нет. Аршама плюс, минус? Минус, минус. А, король тебе кому нужен еще? На офспеке там, гангрене может тебе нужен. На офспеке никому не нужен пояс? Мне бы плащик с духом хулипало. Так я вон скинул. Я видел. Каску и МП5, пожалуйста. Зачем тебе гангрена этот плащ уже с духом? Ну он со скоростью, блин. Да вы что, угораете, блин? Только что объясняли вам, что нельзя собирать скорость в убыток другим статам. Ну же, там же скорость есть. В силе тоже есть скорость, в плачах с силой. Ну и что? А где там ущерб? Дух, минус стат. Ничего не дает вообще. Ну и пофиг. Нафиг МП5. Я говорю, ну ровно с силой. В чем тяжелый, проблема? Тяжелый случай, конечно. Да не. Ну, ну. Разве он с интеллектом? Я думал, он с интеллектом, извиняюсь. Нет, ну, он не с интеллектом. Просто какой смысл? Просто ты потеряешь МП5 и получишь дух. Дух тебе не дает ничего. МП5 тебе хоть что-то дает. МП5 тоже нафиг не упало. Нет, он, оно тебе дает. Мало мальски, но тебя регенится от этого мана. Это уже полезнее, чем дух, явно. Каску МП5 дайте, пожалуйста. Дух тебе не дает ничего вообще. Что ты там поможешь там на 15 хосты и потеряешь там кучу МП5. Там есть же разница. На 15 хосты это много, наверное, ты сказал, наверное. Десятку. Я не знаю, сколько там. Ну, пойми. Посмотрите бафы свои. Я только запускаю, пишите, чего не хватает. 5 хосты получил бы. Послушайте, бразилец. Катя, поешь, ты рыбу ставил. Косты. Косты. Я сам до кайпа сбивает, уже танкует.
Да, ДК позбивает. Подублирую его, если что, это... Монки. В самом конце, на всякий случай. Вот. Диспелят стаки у нас, кто у нас? У нас Void с Луминарой подиспелят стаки. Катя и Void. Мак, воруй, сколько успеешь. Да, ты один, поэтому все диспелить будут. Сколько успеешь, столько своруешь. Иначе кого-то ваншотим. Было бы два мака, был бы другой разговор. Телок не трогаем, ну, кливаем. Целенаправленно не бьем. Клему целенаправленно заливаем быстренько. По кого прохиливать и метки огненные. Буду стараться говорить. Банить никого не надо. Просто бьешь. Забанишь — будет хорошо. Не забанишь — пофигу. Ну, главное, чтобы ты забанил не того, кого все бьют. Да тут я даже метки не поставлю. Блин, ни хп не отлетают, там вообще за секунду. Метки не ставишь. Я подстану по возможности. Дайте секунду танку. Моментально не вливается. Понимаешь, у вас там препод. Все, поехали. Макнери, не срывай у него, не надо. Касты, касты бейте. Два человека поставил на касты, ни один не сбил. На стаке просто минус армор. Вот твоя цель. Каст. Прохильте кабаец. Отлично, говорил, побежал, да. Каст, да. Стаки, 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 стаки. Давайте быстрее. Он как раз ударил, как только сняли все. Снова прохиливайте этого лока. Огонь, да, бразилец. Раз огнем не успевай, не может. Скоро горел. Прохильте этого лица. Инферналов готовимся заливать. Рано дали немножко. Поехали в финал. Прожмите на защиту, у кого же есть там ДКшники, друиды. Финалов продолжаем заливать. Еще живые. Это главная цель. Все, он еще один есть. Заливаем его. Все, у босса поехали. Я могу метки поозвучивать. Прохильте владу, не надо. Про стаки, стаки забираем. Во. Бежал к вам. Ебать, близко, близко. Нормально. Близко. Мейк, твоя цель. Прохильте бразильцы. Огонь на первый тролль. Гангрену прохильте. Еще одни инферналов, наверное, придется убить. Огонь на тебя, Валер, бабл нажми. Кабаец прохильте. Кабаец, ладно, хорошо. Инферналов нужно будет залить. Аки, стаки быстрее. Сейчас буду говорить шипашникам прожимать. Надо будет прожимать. Поехали, инферналов. Катя, нажми гем. Прожмитесь на защиту, что у вас есть бразильцы, хильте. Тоже нажми. Ой, нажми гем, Войд.
Во, квос огнем, блядь. Добиваем инфернала, он еще один есть. Поем, все, босса убиваем. Ёб твою мать, я игру закрыл. Бывает. Вышел из рейда. Пиздец, ебать. Тихо. Погодите, я зайду, окей. Не лутайте никто босса, когда мы убьем. Огонь наш бухи. Он не получит сундука. Не лутайте. Он хотя бы ОД получит. Ну пока ты еще в сети. Добиваем босса. А, можете стопаны. Все, вышел. Вылетел. Все, я уже зашел почти. Нет, я вылетел уже, все поздно. Главное, сундук не лутайте, никто не трогайте. Не, точнее, босса не лутайте. Идите, босс. У меня прогружается. Уже я там в игре очки. Уже, я в рейде. Я в рейде. Очки сразу дает, видишь? Да. Ну тогда да. Топорик проебал. А, мне нахуй не нужен. Рольте сферу. Че, короче, я ролить ничего не могу сейчас, да? Ну, ну попробуй как бы. Ничего не будет. Топорик у меня есть такой. Трофей порольте. Он же не уникальный, их два можно носить. А нахуя мне второй 1.5? Да? И штаны на танк порольте. Танки и кто там еще арпал, говорят, что палит. А ты на танка хули ролишь? Прямо все. Я там арпал писал, что он на танк, если что ролит. Ну, берет, пусть берет, просто все. А тебе же выбор нужен. Порольте топор. Не нужен никому. Я бы с помощью. О, попробуй мне его закинуть, а я ему еще передам. Просто как работает эта система. Тебе на лоб, в смысле, настакать быстро стаки? Нет, да. Владюхи в сумку попробуй скинуть, а я отдам тому, кто за ролем. Спрашиваю, быстрее настакать. Конечно, полтора. А я тебе даже нужен. На транс тогда я отдался, смотри. Кому отдать? Вот тогда на транс готов. А, рольте на транс, кому нужен. Скажешь, кому отдать, я верну. Тираторг отдай. Тираторг дай пати, я вот на рога прыгаю. Вы говорите, что снова транс ролите, чтобы все могли поролить. А на оп, что не ролить, блядь. Надо тебе ршам. Ну на оп я бы забрал. Ну видишь, лут передается все-таки. Да, ршам, если надо, пароль, если не надо, нажми минус. На нахуй единица, блядь. Это хил? Да. Я поэтому его и спрашиваю, потому что это чисто его шмотка. Отходите от середины, сейчас вызову этих чемпов. Да, ебать, топорик заебато выглядит. Скиньте кулаки и да, по ДК сейчас 5 минут осталось. И бафайте, пока выпадают. Что так долго? Она не моя лапочки. Так, воин, ДК, рок. Ну, короче, заходит слева танки. Ор ДК, держи рогу. Мытнери держишь воина. Ой, ДК держишь, от воина побегаем. Ничего страшного. Вот, заливаем. Что мы заливаем? Лока мы заливаем. Потом в ханта. В мага. По контролю. Маг.
покидаешь жабку на хулипала. Ой, эту овечку, хорошо. Плюсуйте, если вы слышите, чтобы я знал, что вы услышали. Мак, слышишь меня? Наебись, ушка, ладно. Дальше. Молодуха на Маш, антихил на всякий случай. Окей. Монки, кидай жабку шаману и косты ему сбивай. Хожу во сне, кидаю жабку ШП, бьешь косты. Гавр, поконтролишь дерево. Фир, ветер, ну что там, изгнание, ну, да. Контроля. Хорошо. Что у нас осталось? Кент, Кент, пофиряешь? Пофиряй вара. Нам будет прибегать, фиряю, чтобы он подольше в контроле был. Мак, ты тут? Пришел? Слышишь меня? Покидай овечку в холипала. Хорошо? Да и все, ничего такого. Сова, можешь покидать ветерки ханту, пока мы его не бьем. Вначале кинешь пару разочков и все, в принципе. Но остальные присты давайте, атмосфер подбегайте. Не жопьте по КД. И все, ну и давайте. Также Локи. По притяжкам у нас сначала я притяну, потом жбух, потом отходит. До талого уже прям в конец вынесет. Что у вас еды? Ну ладно, ради этого босса не хочу ставить, все равно кто-то умрет. Ну, и как только откидаешься, притяжки убегайте, видите. Все, танки, убегайте налево. Включи на себя лед, чтобы на тебя не переагрели все эти. Мэтнери, беги да, налево. Запомнил Мэтнери? На ком ты сидишь? Ты на ДК. На Рогис? ДКшник. Ну вот, все. Даю отчет и поехали. Стоим все на дощечках, никто никуда не бежит, притяжек достаточно. Геру только не тыкните, потому что она еще когда. Танки, давайте. Сечок, гангрена, как обычно. Разбегаешь, похилишь. Все, поехали, одеваемся. Не забываем свои контроли скидывать. Точно. А, маг, играю, тебя бегай. Бог помогу, в лыбу жми. Я дал бог магу. Добиваем, потом в крест. Я притяну крест. Гаврилой, ты бегай. Еще. А, ну зачем? Все, не кидай больше ветерки в крест. Все, поехали в крест. Сова, дай БР, Гаврилой. Сова, дай БР, Гаврилой. Все. Встанешь, сразу контроль свою цель, не забывай, друида. Станами ханту сбивайте, как будет. Коба следующий собьешься, что ли? Скиньте Геру. Маг без контроля. Сейчас в него сыграем уже. Потом играем в этот. В ром. Он у ворот стоит, он на решетке. Бежали в ром. Добивайте. Маг, беги. Ты играй. Хайте. Гавра убили опять. Чё, давай. На меня пал, дал стан. Кент, там. Кент, можешь сесть на дерево. Потерять его, знания покидать. Да, хорошо. Все есть притяжка такая, бегаете к стенку, прям притягиваете. Фулипал жабку можно дать? Ой, это жабку, овечку. Любому уже диминишн слетел. Сразу влюбилась. Вижу, вижу, убивается. Сейчас уже
сядем на него тогда. Диспел мага. Убиваем мага быстрее. Мага добиваем, и на халипала садимся. Метку поставил. Заливаем чай. Друида, друида, контроль. Можете уже массово убить. Мора скидывать и так далее. Потом играем. Где он, блядь? Ставил на него челик. Оттянул там. Поехали. Давай помогу немножко. Ты лучше по контролю и целись, а не без контроля. Оттяните ДК-шку. Поезд ДК-шку. Отлично. Жимал. Забирай. Ну, наверное. Добиваем в шамана. Валера, Валера, можешь жабку прям в него вкидывать? Прям пока. Я паладин. А, точно. Я затаунтил вара и увел ханку. Ебать, мы его прижали, блядь. Групповое изнасилование. Горячий мучи все дела. Дерево. Ой. Все, дерево больше не контроль. В гере повеселее с ним. А в гере тут это. Надо бегать. Ордыка, тащи еще одного пока к нам. Кого-нибудь забери симпатичного ролла какого-нибудь. А ну вар, а ну вар пойдет. Сука, в руки я иначе. Да. Он дал ему шоку. Ну, блин, ну стой так, я через тебя покилю в Метнере. Кто-то в гильдии просится, самое время принять. Бля, тут рога пришел, подустепнулся через всю эту. Ну ладно. Да, спасибо. Да давай рогу уже сюда, Мэтнери, веди. Тут уже добивает вара. ДК мы что, убили уже? ДК там в конце стоит. Его танкует наш ДК. Ну а хули в меня-то блайнд? Заебись, блядь. А потому что потому, пошел нах. Ха. Ах ты, сука. А надо было тотем, который впитывает, ставить, сука. Но он все равно не поймал, но похуй, все равно. На, блядь, нахуй. Держи жабку, блядь.
Тотем онлайн, не поймаешь. Я знаю, я сказал, что нельзя. Ну тотем надо было ставить. Что там, кого принять, по сути? Я уже принял. Я же не дамажу, потому что я принял. Поехали. Как закончите это, скажете, у меня, как обычно, любит крашить тоже. Ну тогда не остался. Не берите, не открывайте сундук. Да, убьем. Не, у меня-то не крашнуло, я просто в окне играю и случайно мышкой нажал закрыть. Да у меня, чтобы ты понимал, я сижу, и у меня резко все зависает, и я жду несколько секунд, чтобы слышать, скажет ли, что сервак полетел или нет. А потом не слышу этого, понимаю, ладно, я понял, мне интернет выебнулся. Ребята, сидим, молчим все, никто не подойдет. Суки. А зачем меня пиздить? Потому что ты... Шаман. Никому не нравится Энхи. Да. Бля, хочу себе Энха. Их все хотят, но они никому не нравятся. От центра отошли все от сундука. Вот, все, кто стоят в центре, отошли. Заходи сюда к нам. Да я не могу зайти. Ну сейчас вот попробую. О, нашла. Отдай, дали. Ну, уже хорошо. Пароль, Дисфер. Ты же зовут? Пришла, так что ебать ботинки. Хуяся. Ебать, я это мог бы выбор. Трофей пароль. Ой, что-то не то. Я гряну, сори. Ну вот каждый раз столько трофеев падает, и их не встает меньше ролла трофея. Да. Ну а запихули. Сейчас голды нужны. Где, блядь, я не могу я найти? Какой ты пати? Я в пятой. А, да, тебя пятый. Тупо нет, я сейчас себе скину. Угу. Через обмен. Сейчас заролим. Король тебе топор дуручит. Кому-то надо еще? Шамант, вроде. Да можно мне? Ну, я бы тоже забрал, но это шамановский. Это кольчужная. С шаману не надо, спросите меня. Шаману пиздец, не надо разговаривать. А, Кать, кинь мне обмен. Я выбежал. Где-то я не вижу. Шаман такой, чё смысл не надо? Я вот тоже пытаюсь найти. Да вот я прыгаю, блядь, ну сколько? Я же отошел, сказал. Я тебя уже сам нашел в толпе. Нет, не могу теперь. Да там Майтнери был в толпе. О, вы. Да. Майтнери где-то. Ну, печенька стоит. Товар, а не печенька. Ты куда побежал? Вот череп Майтнери. Я уже дал, блядь, ты что, я вообще стою на месте. Блядь, не... Не ты вращаешься, а мир вокруг тебя. Да, да. А вот ты пока пиздишь, можно чайку налить? Отойдите с центра. Сейчас вылезут эти хуй. Так, ну ловить ничего не надо, хилы прохилят. Стоим просто в метке нормально. Какой берем? А теперь все, кто взял темную, берите белую. Видно же, какую берем. Раз все белые взяли. Ставим метки, становимся в них. На смене цвета не нужно вставать прямо в эту сферу, вот так вот забегать. Если не достаете как-нибудь назад, вот так отошли, нажали. Понимаешь, там фреймы мешаешь, вот еще больше другим людям не помешает. Так, ну шо, ну все. Только встаньте в одну метку. Меньше будем сфер лишних ловить, и холипалом будет легче хилить. Кроме ханта, все могут нормально встать в одну метку. На бафы, на что-то еще, может, вам не хватает, скажите. Я сейчас ты метки поставишь эти на валик? Зачем? Ну я поставлю кого бить. Ешьте рыбу, да. Его не хватает. Если ты под белый, бьешь Эдис, если под черный, бьешь фиолу. Противоположный цвет. Я на цвет не смотрю, я на них смотрю. Если под наркотиками, все плохо.
Я тут. Я же говорил, что нет времени отходить, все тебя ждали. Угу. Все, даю отчеты, поехал. Я на холле. 5, 4, 3, 2. Рано спулил. Отлично. Время. Никто не бьет, кроме напула. Ждем. Ждем. Поехали. Сферы никто не ловит? Никто не ловит. Я 10 раз, блядь, сказал. Ну ты слушаешь чем-нибудь? Я отходил, где же. Я говорю, сказал, блядь, ходи. Пизда тут урона. Плохой анхоли. Мысли, блядь. Первый тролль, можешь чуть-чуть поближе максимально? Не знаю, не ничего не меняем, стоим дальше дома. Спецспособность. Идем в эту же цель. Похиливайте. Хожу во сне, упал. Вставалку юзу. Ты где там? Вставалка КД? Не двигайте босса. Гимн есть там оно? Когда гимн? Даю. Когда сказали Кате, Катя уже нажала и вот говорит даю. Я тоже нажал. Ничего страшного. Поменяли цвет на темный. Бьем другую. Бьем белую. Ставил череп. Перебегаем. Кать, нажми гимн на хп. Ушел гимн, когда ты сказал. Гимн на хп, я сказал сейчас. Ну? А когда был на ману? Блять, вы меня слушаете, чего вы сегодня меня бесите? Что за проблема? Воскресенье. Я никогда так не бомбил, реально прям. Что-то совсем плохо все. Тоже все два гимна в КД. Ловквин, у тебя есть какой-нибудь гимн? У меня на ману есть. Ничего не меняем, дамажим дальше. Короче, магия, как обычно. Не магия, а туктика. Так, я нихуя не понял. Оба босса на ДК. Чем занят Мэри, блядь? Через 5 секунд способность. Галапина. Поменяли на светлого. Поменяли все на светлого. Дамажим, поставим. Никуда никто не бегает, убиваем. Три выбора. Сферу роль. Сука, дайте сферу. Сфера. Сфера. А, у меня дон пизданулся. Короче, это баг, я сотку кинул. Сферу, Фуджимару и Ко. Еще раз киньте ролл.
что я уже отдал сферу, не увидел, что один. А, ну, все остается. Нарчи латные пароль, кто там на танк говорит. Сука, не надо. Дайте три сферы кто-то, блядь. Грудак всегда. Посох ловкости пороть. Ханты, друиды. Кому? Трофей роть. Пиздец. Yeah. Самый неудачный рейд в моей жизни. Заходи еще, у тебя будут такие. Да я походу завтра на ДК что-нибудь сформирую. А, нужен тебе пояс? Сова плюс-минус. Сейчас на... еще на нубе будем тупить, у меня вообще сгорит очко. Главное, что ДПС захватило. ДПС достаточно. Хуй его знает. Что-то тебя в десятке даже не вижу. Ну потно, потно. Было пиздец как потно. Мне кажется, в 25-ке уж точно можно это одного поставить. Ну чё потного? Ну хуй его знает. Грубо говоря, еще бы одна тысячка какой-нибудь прилетала бы, там очень часто на тысячи, на две оставались ДДшники. Ну, то, что две сферы влетают, все больше двух у тебя не влетит. Да хуй его знает. Просто в носу ковырялись с самого начала и потеряли пару человек. Да нет, я сходу да, уже хилил. Я смотрел, что хила очень мало влетело, и в итоге он умер. Завтра. Надо хилить, блядь, и проснулись. Когда сильно просили, у меня 15 хпс было, мало хилили. Да. 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 Запущен. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем плоть. Проебался, получается, просто так бы канул. Ну стоит показывать. Все мы знаем эту магию ремонта. Нахуй никому не нужна. Да в одного танка убьем. Пизду искать кого-то. А что ты будешь делать с Майтнерием? Спикать ДД? Ну он вылетел, все, он же говорит, что я не могу зайти. Ага. Понял. У меня есть танк. А? Просто зачем тут два танка? Я не вижу смысла, ты видишь? Не надо никуда за там поле уводить, тут на месте останется, босс на месте его добьем. Разобьем, значит, добьем. Блять, сейчас банк поставлю, рыбу достану. Саргерай точно пиздить, давай. Жека, набирай лужу, дай хотя бы. Кушайте рыбу. Еще двоих, ёпта. Пушка, ешьте. Ой. Чихнул, чуть не порвался. Так, ну, ОРДК... Держишь босса, там бразилец позбиваешь сферы, хорошо? Угу. Там РДК будет мобы 2 выходить, войд одного поконтролит, второго ЛПХ забираешь. Первого забиваем, когда моба какого-то забрал ЛПХ, второго притягиваешь, ну либо я притяну, ничего страшного, не принципиально. Ну и так каждую пачку одного контролит, одного забиваем. Вот. Можно босса, если ты... Успеваешь босса отвести немножко, чтобы он ту сферу на которую стоит не разбил, но не принципиально. Разобьет, разобьет немножко. Что? Я тебя понял, что немножко надо отбить. Ну, это не принципиально. На перефазе с корабе сильно не бейте, там не больше двух, иначе настакается, умрете, вас хил не прохилит.
бопы, если паладины только на вас бежит, давайте сами себе, так не надо никому кидать. Все. Геру, да, наверное, с пула дадим быстрее, переведем с пружинками, нажмем. Хожу во сне, покушаю рыбу, я же ставил. Вот здесь под скоробеем лежит. Сколько хосты у тебя, хожу во сне? Снимите себя пристабав, кто не снимет на последней фазе. Че, на хилку надо яд намазать? Да, намажь, и шаман, это, Ршама поставишь, то там защитит силу природы. Че себе, какой баф снять? Который дает... На стамину. А молитву стойкости? Угу. Да. Окей. Всё, а зачем? И поехали. Ну, потому что мало ли что может произойти, а тут пусть висят всегда. У нас два ханта, не знаю, что. Один умрет, второй сферы будет бить. Два. Один. Да, мало ли. Поехали. Еру. Хан, на сферу. На... Мобы вышли? Воет, воет. Ага. Да, так... не паяек. Я вот отвожу. Заливаем. О... Сова звездопад, видимо, въебала. Не знаю. А, не нужно давать звездопад. Второго притягиваем. Били мобов второго. Сова, ты звездопадом, видимо, еще сбил сферу. Не нужно его давать, только на последней фазе. Моба сыграли. Блядь, ну, полная хуйня получилась. Да ладно, он хули танкует. У нас нету того, кто будет танковать. Я прожмусь, танкану. Давай. Чем стан далее стал прыгнуть. Ладно, смотрим, на ком цель. Стоим на луже. Ты ж боб себе мог дать. Ло, чё? Блядь, ты чё? Пошли к воде, сова, дай БР. Гангрена дашь себе боб? Сова, он в начале лежит. Ну, только на пули и не надо давать. Потому что сбивает сверху, либо ухатываешь. Куба, ты там топанин, ебать, на тебя. На тебе тучку нажмешь. А, поменять. Нет, опять пал. Скинь для себя сейчас. Повезли. Лайн защиты. Если не знаешь, что это, просто забегай. Скоробеев подбиваем. Сейчас уже вылезет. Вылез босс. Скоробеев свели под босс. Смобы появятся, на то все важно. Мобы появились, залили скоробеев. Моба, моба, ага. Сыграли моба. Где второй моб? Сильно далеко воет, ударил? Почему? Это не я контролю. Поле притяни, ага. Я тоже не кидал его в контроль. Значит, ловит ее. Все нормально. Сейчас новый выйдет, мобы, готовь все. Вышли новые мобы. Поехали, мобы. Не уводи. Чуть-чуть рядышком лежи и все. Не так, чтобы чигиря какие-то. Я притяну второго, прожмусь.
Все, в корабле бьем. На ком? Лоб есть у кого-то? Есть. Нет, бегай. Ну, блин, давай, лоб. Да, сейчас скажу. Ну, давай, кидай, в принципе, тучка почти кончилась. Пошли к поте. Копа на тебе. Копа дашь тебе, лоб? Аккуратно, лед разбили по центру. Можешь с него стукнуть. Я проехал. Вначале стоим, ждем. Беги, малыш! Вот опять на тебя. Тучка там еще, наверное, нет. Когда же... А, хожу во сне. Уху. Панда. Пьяный панда против ануба. Сейчас вылез босс. Сюлись корабель в босс. Заливаем массу с пробега. Сейчас выйдут мобы. Мобов контроль. Еще раз побегаем. Ничего страшного. Залейте нас, кормя. Ага, отлично. Моба. Затяни. Все, поехали в мобы. Второго. Притяну сейчас. Блять, босса нечаянно притянул даун, извини. Я затаунтил под босса. Да ебаный в руку. Сыграли? Алло. Вышли молда. Играли в топоте. Когда тебе привезти? Второго притяну. Прям сейчас надо. Убивайте второго. Пиздец, мы тут в малафье какой-то стоим. А то я думал, прям сейчас, ну понятно. Йо, сова, ты что спишь? На тебе. Ну все, придешь. Куда побежал? Ты лужа, алло. Да, беги, у тебя еще есть время. Надо было еще. Ладно, бегите в лужу. Я за это завел ее. Столько луж было, и ты между них ни в одну не забежал. Я думал, так не бывает. Первый тролль, вот отойди, кабается. Вот и стой. Какая-то залупа происходит, блин. Да. Что вы все начинаете греть чем-то? Во. Пивило. Пошли в начало. Добиваем, там сверху жбухнет тебя. Сейчас поменяю. Первый тролль. Опять беги. Вылез босс. Свели с корабе. Играем в босса. Контрольте обоих сейчас. С правой стороны смотрите Катя, контроль с левой Войд. Контрольте этих мобов. Играем фул босс. Следующая пачка выйдет справа от босса ДЦ за контроль. Вторую пачку коба. Ну, второго моба слева от босса коба. ДПС пиздец мало. Могу я, чтобы коба не отвлекался. Ну да, тогда ты за контроль вместо коба. Понял. Если под босса кто-то прибежит, коба за контроль, что это лишнее. Все, не держите их постоянно в своей цели в фит. Вторая пачка нам даже не выйдет. Войд. Валера, контроль. А, ну смотри, собьется Валера за контроль. Он только прибегает, контроль. Они оба не бегают. Все, увидел. Прожмите защиту, что у вас есть свои прожимки, отдайте. Катя, нажми гимн нахер. Нажала. Моп. Не забывай. Да я вижу. Ну твой же моп. Я нет? Знаю, ты мне сказал гимн нажать. Валерий моп, я имею в виду. Нет, это не мой, мой в фире бегает. Тихо, все.
Добро. Войд, нажми масхил. Уже было. Что вы даете? Кто? Прожимаетесь, что у вас есть на защиту. Еще раз говорю. Зачем рано даете свои прожимки? Мы его вообще тогда не убивали. Сейчас надо, а ее нет. Контроль моба, который под жопой. Пэтов там посъедайте, фласки выпейте, у кого ХП мало. Бейте, бейте, хилы потеют. Гимн на ману есть, Кать? Да, сейчас. Жрал у меня моб. Два арбуза осталось. Даю гимн. Добивайте. Должны меня добить. Убило моего моба, кто-нибудь под контролем. 900 тысяч, 500. Да успеем. Забейте хуй на мол. Череп сейчас из контроля выйдет через... Охуй. А, 13 секунд. Охуй. Лестните меня. О, убила. Я уже поднимите. Одна палька вышла, и её, оказывается, две вышли. Поднимите, пожалуйста. Господин. Такого кожевка есть рольт, рецепт? Расчехляем ролл. Хуй. Только у кого кожевка есть? Да. Да. 400 плюс. 420, по-моему. Что прибавка, посмотри. Трофей рольт. Сферу рольт. Гавр и... Поднимите руку, плюс. Холли, ты старался. Гавр и Ретрик, еще раз киньте ролл. Сейчас наручи не сролли. Я себе второй. Спасибо. Спину хилы порольте. Ебать, курпак. Так, что, сейчас пойдем куда-нибудь?